Привет, мои хорошие, мои солнышки. Сегодня у меня будет небольшая распаковка. Так, начну я с платья. Я, помните, говорила, что у меня уже практически ничего нет с AliExpress в пути. Да, на самом деле ничего не было, все посылки были распакованы, заказов не было. И вот недавно, буквально дней 10 назад или пару недель назад, я сделала еще заказы. И вот что-то из них уже пришло. Так, написано платье. Я не помню, какое платье я заказывала, потому что я в последние дни заказала не одно платье, что-то из Турции, что-то вот с AliExpress. А, что-то мне на обзор должно прийти. А, это длинное платье. На это платье я смотрела давно. Это длинное летнее платье. Но потом, когда мне скинула ссылочку на него моя подписчица, Жанночка, спасибо большое, я его сразу же заказала. У меня размер М. Запах новой вещи, больше ничего. Такс. Это у нас... Так, все, перед, зад. В принципе, сейчас толком ничего не будет понятно. Оно такое широкое, свободное платье. Должно быть... Должно быть длинное мне доходить до пяточек. Посмотрим. Книзу немножечко, видите, более расклешенное. Ткань очень приятная. Не думаю, что в нем будет жарко. Сейчас посмотрим. 100% вискоза. Я верю, потому что ткань на самом деле приятна. Так, фокус. Покажу швы. Так, не скажу, что швы на пятерку, потому что вот видите, местами я вижу вот такие ниточки, но все равно неплохо. Смотрим, что у нас вот здесь. Вот здесь тоже я вижу ниточки, такие маленькие, ну их так. Это от ткани самой, это не нитки, которыми прошито платье. Единственное, я боюсь, знаете чего, что вот пройма очень большая, что отсюда пол груди будет выпирать. Такое у меня нередко бывает, но если даже и большая, то придется отнести к портному. Так. Постираю я его все-таки, хоть запаха нет, постираю, поглажу, потом надену на себя и покажу, как это смотрится. Но на первый взгляд я довольна, в принципе, я вижу то, что я видела на картинке у продавца. Девочки, все ссылочки на все вещи с AliExpress я всегда оставляю под видео, пожалуйста, у меня не спрашивайте ссылки, они всегда все бывают в инфобоксе под видео. Да-да-да, фен. Его я ждала, честно сказать. Так, фен, расческа это. Сейчас будем мы открывать. Обычный черный пакет. Пупырка. И дальше уже коробка идет. А на AliExpress такой разновидность этих фенов большая. Мне было сложно выбрать. Ну, я вам еще на пару таких фенов оставлю ссылки. Может, вам какой-то другой приглянется. Так, открываем. Вот она. Выглядит все прилично. Коробка нигде не помялась, хотя, видите, ехала всего лишь в черном пакете.
На подарок, кстати, хорошо, если вот в таком же состоянии коробка дойдет. Так, открываем. Я с коробками обычно не церемонюсь, потому что я это все выбрасываю. Я не люблю собирать коробки. У меня и так барахла дома достаточно. Довольно-таки большой. И одна насадка должна быть. Да. Побольше насадка. Инструкция на английском, я вижу. Да, все на английском. А нет. Не на английском. Может быть, это испанский, итальянский, не знаю, девочки. Но точно не английский. Хотя вот здесь в начале есть английский тоже. Короче, не знаю, я уже запуталась. Какие-то, видите, местами английские, местами нет. Ну ладно, разберемся. Я инструкции никогда не смотрю. Все интуитивно. Открываем сам фен. Так, как хорошо, что у меня здесь рядом есть розетка. Простите за шум, у нас сейчас по улице проезжает машина и вывозит мусор. Вилка стандартная. Сейчас, секунду, мои хорошие, секундочку. Розетка есть, но я не вижу. Так, воткнули. Так, она вроде как должна крутиться. 3 уровня подачи воздуха. А, все, крутится. Но чтобы она крутилась, нужно вот эту кнопку придерживать. Что, ну, мне кажется, не очень-то удобно. Вот включаем. Если бы еще не нужно было бы вот эту кнопку придерживать, было бы, конечно, очень удобно. Но посмотрим, я не знаю, как в использовании. Как я и сказала, 3 уровня подачи воздуха. Первый такой прохладный воздух. Не холодный, но такой прохладный. А остальные 2 уже горячие. На ощупь очень приятная, не будет выскальзывать из рук, выглядит все добротно. Вот шнур крутится, что мне очень важно, потому что у меня постоянно вот так вот это все вот сворачивается. Так, насадка, как она снимается, интересно. Хотелось бы знать. Не знаю, девочки, как снимается насадка. Вот она, вторая насадка, вторая крупнее, видите? Но вот знать бы еще, как она снимается, наверное, как-то... А, все, нажать нужно. Но нет, что-то не снимается. Все, вышло. Показываю. Нажала и потянула. И крутится она в 2 стороны. Право-влево. Все, в принципе, я феном довольна. Пока.
Сегодня я помою волосы и укладку этим феном для вас сниму. Зачем я купила этот фен? У меня, в принципе, достаточно всяких и утюжок есть, и для гофре машины есть, и для и конусная плойка есть у меня, и утюжком я локоны делаю, и еще у меня фен расческа есть. Я купила его для того, чтобы делать прикорневой объем. Потому что я не хочу отдельно делать с помощью гофре прикорневой объем и отдельно уже потом утюжить там или укладывать. А вот эта вот щеточка должна, в принципе, мне делать прикорневой объем. Посмотрим, получится ли. Все, мои хорошие, на этом я закрываюсь. Спасибо, что смотрели. Платье я покажу в надетом виде уже в другом видео каком-нибудь, потому что и так уже затянулось. Укладку тоже я вам сниму, мои хорошие. Спасибо, что были со мной. Пока! Будьте красивыми!